Беларуси. Анна Красулина, пресс-секретар Светланы Тихановской, была с нами на связку. Хочете додать что-то, да? Да, знаем, что в Мозыре забиты все морги, причем там этнические чеченцы. И знаем по оперативной информации, что тоже это белорусы все уже работают, что им поручено на долгое хранение вот эти трупы агрессоров значит, положить. Это означает, что они боятся отправлять в Чечню груз 200. Это означает, что уже идет такое, ну, очень серьезное. И мы с вами должны донести до чеченцев и до россиян, что белорусские морги уже на юге заполняются трупами их солдат. Поэтому это важно, пусть они это знают. Не дадим скрыть российской пропаганде, что они гибнут и гибнут массово на территории страны, куда их никто не приглашал. Они агрессоры, и они должны вернуться к себе домой.